Всем привет, это снова футбольное игрище. Сегодня мы будем пробовать сделать самый красивый штрафной. Три парня, которых вы сейчас увидите, постараются сделать максимально красиво, а я буду их оценивать. Всем привет, с вами Барук, а.к.а. Cartoon Network Panda. Я сейчас забью три из трех штрафных, смотрите внимательно, меня зовут Эклер. Смотрите. Себя. Здравствуйте, Денис. Это все? Ну, хватит, да. Рубрика «Стандартные представления», да, как да. Всегда. Уф! Уф! Короче, слушай сюда мои оценки. За первый удар, за то, что хотя бы перекинул, поставлю троечку. За второй удар, ну хотя бы за то, что ты перекинул стенку. За первый. Да, за второй семерочка. 10. И за последний удар, ну типа единичка, тут вообще нихер. Ну, может быть и 8, но мне хочется 7. Я хочу от штанги, я хочу посильнее. Ой, мне! Это как получилось? Короче, результаты я оглашаю так. Первый удар. По мне так был на двоечку. Второй под стенкой это четверочка. И снова последующий удар это двоечка. Итого 8 баллов. Что там, на сколько было, я даже посмотрел удар. Минимум 10. Первый удар вообще прошел мимо. Наверное, это будет единичка. Второй удар на троечку, а вот третий удар мне понравился. Я бы поставил 4. Второй с третьим одинаковые. Не. Да не был второй, я не видел второй. Но мне кажется, третий, ой, второй был немножко хуже. И я оставляю 4 за последний удар. Он по такой по дуге, типа и Серега коротышка, может быть. Итого 1, 3, 8, да? И что, у кого сколько? У Сереги 11. Денчик, у тебя сколько? 8. Вам надо сделать каждому по удару, кто сделает красивее, тот проходит следующий раунд. Давайте еще по удару. Ну, извиняй, тебя стенка нагнула. Ну все, финалочка. Удары все были как один, поэтому 2. Итого 6. Забиваю один гол и сразу перекрываю всю эту хуйню. Но я тебе скажу, у тебя за первый удар больше, чем у него за первый. Я понимаю. Я сам это вижу. Я сейчас 2 промахнусь и отпускаю. Серега, шепни, куда будешь бить. Левый, верхний. Еще раз. Впервые. Левый, верхний, впервые. Верхний, как минимум верхний. К сожалению, господа, к сожалению для Ильи и к счастью для Сереги, это было 3-7-0. Пау! Чемпион, что скажешь? Только что, буквально 30 минут назад. Проиграл достойно. Сейчас достойно выигрываю. Без шансов. Вон, посмотри, они грустно залипают уже просто такие. Бля, ну когда домой пойдем? Потому что нихуя, ни одного штрафного не забили. Маэстро.
Форца Юве. Пирло решал, я решаю. Везет тому, у кого есть ноги. Спасибо. Вот такие получились футбольные игрища. Подписка, лайк. Пока. Автомен, тук аклад, целия град. Той ги дига, дига, дига. И за Эква, и за Вар, Влад.